Товарищи, господа, горожане нашего любимого города Тольятти, вот и наступил Новый год, закончился год достаточно коварного, присмыкающегося змеи, и вроде так все красиво начиналось, шло, масса положительных событий, масса впереди позитивного ожидания, там, и Олимпиада, и новые дороги, и футбол, и хоккей, и лучшие спортсмены наши, и работающий Волжский автозавод, любимый губернатор, все настолько классно. Но в декабре змея взяла и сказала «Шш!», хотя это, конечно, понты, но кобра напугала народ. Бросились забирать деньги из банков, практически остановили экономику. Потому что вот насколько мы смотрим вокруг, да, никто не кредитует, все пытаются сконцентрироваться. Но тем не менее, этот год закончился. Люди опять вздохнули, и следующий год... Он, я думаю, достаточно трудовой, потому что лошадь – это трутяга, это красивое животное, это добродушное животное, это животное, которое, если лягает, то это когда его так настолько сильно достанут. Поэтому мы живем в ожидании роста чудес, мы живем в ожидании нового улучшения благосостояния. Мы живем в ожидании роста экономики. И я хотел бы поздравить всех с этим Новым годом, пожелать удачи, счастья, здоровья и на самом деле верьте в лучшее.